Красноярка Мария Масинчер заняла первое место в номинации «Фитнес-бикини» на фестивале «Siberian Power Show». Уточню, все конкурсантки должны обладать привлекательной внешностью и красивой спортивной фигурой. Как Марии удается побеждать и от чего приходится ради этого отказываться, знает Алина Сануева. Победительницу категории женщины до 163 сантиметров первого чемпионата Байкал Бикини Шоу Мария Масинчер, первое место. В фитнес-бикини Мария Масинчер всего 2 года, но поводов для гордости уже много. В прошлом году с фестиваля Байкал Бикини Шоу привезла сразу 3 медали. В этом покорила судей Siberian Power Show. Вот она, моя медалька, мое первое место. Я его очень ждала, прям готова поцеловать. С момента соревнований прошло меньше недели, но такое понятие, как отдых, кажется, Маше незнакомо. Работает менеджером в банке, но тренируется почти каждый день, 1 выходной в неделю. Питание расписано вплоть до граммов. Признается, ради спорта пришлось отказаться от любимых булок и пиццы. Ты чувствуешь изменения, ты видишь эти изменения в зеркале, ты видишь, к чему ты стремишься, чего ты достигаешь, какие у тебя уже в итоге результаты. И это, как сказать, такой азарт, что ли, тебя вызывает. Хочется все больше, больше, дальше и дальше. За работой теперь уже своего тренера Мария наблюдала несколько лет и мечтала попасть к нему в команду. Алексей Плюхин сам бодибилдер и готовит к соревнованиям фитнес-бикинисток. Среди его спортсменок чемпионки Сибири, России и даже мира. Тренер уверен, в этом спорте главная самоотдача. Все, в принципе, можно дорабатывать и позинг там, и саму форму, и пропорции тела. Мария как раз обладает хорошими пропорциями, генетически одаренная, но и при этом у нее есть стержень, она дисциплинирована. И если она продолжит в том же духе, она добьется высоких результатов. Девушка уверяет, на конкурсе даже соперницы стараются друг друга поддерживать. Жюри фитнес-бикини оценивают спортсменок по разным критериям – пропорции, позирование, внешние данные. Нужно не волноваться ни в коем случае, потому что волнение очень видно из зала. То есть судьи видят, когда человек волнуется, и уже за это баллы тоже снижаются, потому что, соответственно, качество твоего позирования, дефиле уже снижает. Улыбаться обязательно. Улыбаться нужно во все 32 зуба. Загорелая кожа и специальный грим – это еще одно важное условие для того, чтобы выйти на сцену. После тренировки уже за полночь Маша добирается до солярия. Ближе к соревнованиям я это делаю чаще, для того, чтобы более насыщенный уже смотрелся загар и цвет кожи на сцене. Принято считать, что загорелая кожа, она более сексуальная, что ли. Апрель для девушки станет насыщенным. Впереди чемпионат Сибири в Барнауле и первенство России в Краснодаре. Ну, в общем, все, ребят. Мне пора загорать. Давайте. Пока-пока.